Хочу посоветовать вам группу с качественными битами под названием Jam Beats. Парни реально стараются и продают биты недорого. Заходи, подписывайся, я, кстати, уже подписался. Скажите, что от меня, парень сделает вам скидочку. Итак, продолжаем ролик. Всем привет, на канале Шальная Пуля. Мы продолжаем проходить Far Cry. Продолжаем захватывать аванпосты. Аванпосты, аванпост, неважно. Чё это? Полежи, отдохни. Сиди пленников. Кого я спас? Кто-то есть? Да нет, вроде никого. Давайте пойдем по аванпостам. Аванпосты, вот он, ближайший. Поехали захватывать. Стой! Ой, ну и ладно. Больно надо. Чё это такое? Извиняюсь за такое. Где мне аванпост взять? Ой, аванпост, машину. Помогите мне! Готово. Круто! Двигаюсь! Это обз... Сейчас все будет. Скажи, если что найдешь. Эти едемщики. Да не, не ссы. Я перед тобой в долгу. Вставай, мать. Поехали. Какой-то автопилот здесь не очень. Или куда он меня ведет-то? Ясно. Не тупой. Куда меня ведет автопилот? А, к мосту. А где мост? Вот тут. Вижу. Мост. Они здесь, видишь? Что не делай? Да вы вообще крутые. Согласен. Какой-то автопилот здесь. Говнявый, если честно. Неплохо. Господи, куда ехать? Серьезно? Я мог вот так поехать. Ой, 3 минуты вот в никуда. Целых 3 минуты просрать вот. Я за 3 минуты мог бы аванпост захватить. Уже. И пойти поехать. Пойти поехать, полететь, неважно. За другим. В этой серии мы все равно будем захватывать аванпосты, все равно, да. Все так же, как и в прошлой. Может, если захватим в этой серии, сразу пойдем еще по дополнительным заданиям. Слышь, машинка. Дай покататься. Сядешь, нет, сяду. Мне
Нифига ты. Поехали. Вижу отсюда дым. Автовождение. Ага. Найс. Черт, Святоша близко! Святоша. Че, Святоша? Так, это место для охоты. Обнаружено новое. Иди отсюда. Ой, извиняюсь. Так, я приехал. Наконец-то. Блин, приблизить нельзя. Сейчас я сниму снайпера. Черт, снайпер! Нет снайпера. Блин, я хотел ему... Да, короче, ладно. Говно. Я убью тебя! Что такое? Ой. Реально. Хорошо с пулеметом. Оу, щит. Чё это? Лови. Лови ты тоже. Что, патроны кончились? Это плохо. Где ты увидела? Где? Все? Ага. Блин, не простреливается, ну ладно. Конец, одного убил столько, серьезно? Это нам не нужно. Мне интересно. Карта. На этой старой пивоварне святоши делали блажь. Хорошо, что мы сорвали им производство. Блажь. Теперь хоть будет возможность сварить нормального пива. Реально. Спасибо. Давай, эти боеприпасы пополним себе сейчас. Ясненько. Не туда. Не туда. Ого, что так дорого?
Пиво я больше не демщики, не дураки. Забрали у Лорны стоянку. Там есть бензин, еда, да и наблюдательный пункт хороший. Пумы должны отбить это место. Ага. Ой, идем. Парня снова заработает. Где? Ух, ничего себе. Нам не интересно, какой-то там запас. А чё так далеко? Стоянка грузовиков. А чё так далеко? Не, давай что-нибудь поменьше. Поближе, поменьше. А, могила, чё это? Давай тоже сходим. Смотри, не подведи. Метров ехать. Далековато. Не того. Извиняюсь. Я не специально. Не хочу. Освобождать пока никого. У нас гости! Где гости? Ты садишь? Нет. Давай. Другой раз. Ладно, этого можно. Судьба свезла от тебя. Скорее! 200 метров. Как ты встал? Нам нужнее. Твою ж мать! Он встал. Я слышу, где-то вертолет летает. И мне кажется. Ладно, не важно. Пойдем. Сейчас недалеко. Могила. Не понял. Окей. Чё это? Фига на мне тут медведя заспаунило. В себя поверила. Блин, а чё так? Далеко пешком идти. Эту могилу. Нэри. Вообще игра шикарная. Мне нравится. Я бы снимал видос по ней. У нас еще есть Каримчик, тоже офигенная игруля, особенно с графикой классной. А, это вот что за место. Вроде. Судьба. Не ремать. Ну, это судьба. Попытаемся сейчас туда зайти. Сейчас нужен крюк. Нужен крюк. Меняю позицию. Ясненько. А. Давай. Да ну. А это вода. Ты умеешь восстанавливаться? О. Чё ты отметила? Ой, чувачки. Мы тут сейчас пройдем. Изично. Мне сохраниться нельзя.
как туда добраться? Я хз. Снизу не проберешься. Может, по тем камням? А! Ё-моё, не заметил. Что это такое? Дурман. За не поиск. Поиск в чего? Что это меня тут берет так? Меняю позицию. А, ясно. Стиказ. Тебе не уйти! Не то слов один вот. Неплохое местечко. Сокровище этого жвачка. Журнал. Так, я все тут взял? 3 очка. Ну-ка, что у нас там? Так, открыть менюшку. Вот это, да, навыки у нас? Оооо, щит. Че это такое? Может носить больше боев зажигательных особо. Угу. А чё? Получив джаз, возвращается быстрее. Кстати, нужный навык. Это чё? Навык починки, да? Позволяет открывать сейф и чинить. Так, пистолеты, оружие, боя, скорая перезарядка, нет. Луки, рогатки, перезарядка, нет. Можете бешено открывать сейфы и двери, нет. Без ключей карт. А это что? Вы можете бросить. О, кстати. Вы еще умеете при ходьбе и беге. Вот, один так же снизу. Кстати, вот это возьмем. Следующего что возьмем? Косарь целый. Нафармили. Чё тут? Всё? Ку-ку, падлы, я вас вижу! Здорово. Шо, куда там дальше? За вам постами. Это не все основные доп. Задания. Чё это? Вооруженный конвой. Нет, я не хочу доп. Задания, я хочу аванпосты. Давай. Далековато, но все же. Блин, у вас вертолетов нету. Че ты? Погоди, не заметил. Я рассчитывал взять лодку в Марине и свалить, но опоздал. Эдемщики уже были там. Не знаю, что случилось с владелицей. Надеюсь, она жива. Че это? Играть? Что такое? Ну ладно. Sit down, please. Let's go. Доеду. Так, нашли мы, значит, сокровищницу. Выживальщика или как она? Там довольно неплохо лут. Чё ты орёшь? Не ори. Да, блин. Какого фига? Сам не под колёса бросился.
принципе, захватим еще один вампустик. Вампустик захватим, да-да-да. Вон, я вижу уже дым. Тук-ту. Это же буйвол, что ли? Если буйвол, то это было плохо. Так, алта... Блин, я не успел там помочь чувачку. А тут что? Что случилось? Ох ты, алтарь! Это наш шанс. Согласен. Я что-то вижу, готовься. Росло в Эдеме. Так и это дело. Отлично! На. Что за... Стой, мать. Поговорить надо. Спасите! Ты достала? Нет. Ты чё, мать? Как хочешь. Вот так-то. Минус алтарь. Опа, 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 чё это? Места нет. О, давай побазарим. Мать, стой! Я больше не вынесу. Да не выноси. Ходят слухи, что отряд ПУМ уводит угу. людей на пик хищника. Хищник. Говорят, у тебя с ними встреча у вышки. Мы тебе очень обязаны. Чему я Мишку слышу? Окей, пойдем. К вам посту. Где моя тачка? Тачка на прокачку, тачка на прокачку. Куда ты втопил, мать? Я думал... Блин. Я хотел посигналить. F-сигнал. Тут есть мост. Я хочу приехать. Ой, вот это экшончик. Экшончик подошел. Тормози, чтоб тебя! Не, поехал. Да-да, сейчас. Размечтался. Ага. У меня тут снайперка есть. Почему загорелся? Загорелся в воде. Почему я слышу медведя? Где? Старуха. Everybody... Да иди ты! Задрала! Барахло одно. Вот сейчас захватим еще один вам постик. Постик. Ну, пойдем. Ой, иди в жопу, короче. Нет, так нет. Где? Да иди ты нафиг. Тихо, не трогать, они не агрятся. Так, тихо, мы пришли. Ну я криворукий. Перебегу. Да начнется. Оп,
апокалипсис. Ну да. Схавал. Я его вижу. Я кого-то вижу. Подмога с севера. Меняю позицию. Ну, падла, я вас вижу. Где твой отец? Я спать, я тебя вижу. Она меня спасла только что. Это было эпично. Она меня спасла. Благодарочка, Жесс. Мельница. Механизм старый, да и от сектантов пострадал. Но если починишь, то можно остановить воду и спуститься туда. Неплохо. Вся надежда на тебя, помощник. Для нас это очень важная победа. Пусть подожгет. Что происходит? Все, пусть горит. Это нам не нужно. Ой, вертолетная площадка тут присутствует. Слыхал, ты отвоел? Да. Все там рассказываю, я красавчик. Все об этом все знают. Это снайперка. Может это взять? У меня глушитель есть. Она и красиво выглядит. Предлагаю ее взять. Вместо вот этой. И магазин, наверное, емкость побольше сделать. Или побольше лучше у пулемета сделать емкость. Я вот не знаю. Ну чего лучше побольше емкости сделать? Ага. Прицельчик давай накинем. Куда мне такое убойство? Коллиматор. Предлагаю его и поставить. О, у меня... Блин. Сколько не хватает? 300 не хватает мне. Потом. Это все потом. Вот, блин. Оу, щит, пулемет. Ладно, оставлю. Че, идем? Как жить? В тюрьме ты спас нас. Приготовься. Эй! Можно тебя на две минуты? Давай, базар. Демщики отправляют своих ангелов и убийц в паломничество. Раньше это место было для них важно. Ага. Теперь они захотят его себе вернуть. Слышал, они направляются сюда. Нужно занять оборону во что бы то ни стало. Я вам помогу. Вон там пулемет и еще полно всяких жестких ништяков. Угу. За работу. Давай. Не знаю, чем бы занималась, если бы не я. Какими судьбами? Привет. Этим туманом лучше не дышать, поможет. Сейчас тогда вот это пройдем миссию. И потом в следующей серии уже до конца захватим вам посты, какие остались. Давай быстрее. Это вроде как святое место. Ясно!
Ясно. Помогите. Кого там кидаешь? Все? Тебя не уйти! Круто! Вон еще. Смотри, бежит. Чего? Ага, сейчас отсюда пойдут. Блин, веселуха. Идут. Почему я горю? Заметили! Почему я горю? Где твой отец? А почему я горю? Поднимешь? Кажется, лежа. В очко. Ты дурак? Чё, крутой? Чё, ещё есть? Чё, есть? Где я? Вижу. Я на горы смотрю, а его не вижу. Чё есть? Ещё бегут? Где? А может там кто-нибудь поможет, не? Предлагаю кое-что сделать. Вертушка в помощь. Сейчас, погоди. Сейчас, погоди. Где моя? Да иди, слышь! Да ну! Капец, нахрен я эту вертушку взял? И чё сейчас откуда начинать? Чистоту. Ты... Не говори так больше. Чутье может да ладно. Тебя обмануть. Отсюда. Сколько он стоит? 7 косарей.
19-18. Как взлетать-то? Вы никого не вижу. Ага, вот они на карте. Я вас вижу! Наши приближаются с запада! Чё, никого не вижу. Покойник! Где он? Целится. А-а-а. Чё, есть такие снайперы? Никого не вижу. А, вижу. Че есть? На карте есть, а я его не вижу. Ладно. Тебе не уйти! Ага. Подкрепление с юга! Ладно, вертайте, изич. Ты вообще дурак, господи, нахрена ты вышел, скажи мне, зачем? Боже. Не дай бог, мне с самого начала придется проходить. Это глупо будет. Как? Я в шоке. Скажешь, что я в шоке, это ничего не сказать. Ну, а все? Чё? Страшно? Не понял. Да ладно. Все, наконец-то. Сектанты обосновались в воющей пещере. Они отлавливают волков, чтобы сделать из них судей. Да, у Святош полно оружия, но нас это не остановит. Они мне за это заплатят. Черт, Святоши близко! Интересно. Еще интереснее будет... Во-первых...
Во-вторых, не докопил на тебя кое-что. Че, купить глушители? Магазин. Ничего себе глушитель. Или магазин. Да. Возьму-ка я глушак. А мне здесь нравится. Неплохо. Считай сделано. Ну что, закончена эта серия. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на группу. Заходите. Подписывайтесь на группу битмейкеров. С качественными битами, кстати, да. Спасибо всем за помощь в тюрьме. Пока-пока.